И, разумеется, как-то особо сильно вот этих вот всех надежд, ожиданий решили подрезать, видимо, другие люди, о которых мы сегодня с вами Мордор... Правда, непонятно, кому это может понадобиться, если только там не каким-нибудь админом на этом самом проекте, но я думаю, что у них и так есть пароль, данные ваши, интимные, возможно, какие-то фотографии, там... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Возможно, вы не знали, но я очень люблю слив. Ну, еще, знаете, там томаты, помидоры, арбузы, может быть, я не знаю, дыни, кабачки. Ну, в общем, все из вот этих вот всех сословий, там, я не знаю, огурцы, вот, и многое другое. Но сегодня, разумеется, мы поговорим немного не об этом. Сегодня мы поговорим о других вещах, которые тоже, разумеется, достаточно важны и даже, возможно, имеют некоторые грани подобия, вот как с кабачками, так и, возможно, с арбузами, а может быть, и там и вообще... Вообще, до дыни можно дойти, но неважно. Давайте немного сейчас вернемся назад в прошлое, когда еще не вышел клиент Arizona Mobile, когда его все ждали, когда все думали, что вот, он выйдет и затмит все вот эти вот GTA-мобильные проекты, которые там есть, по типу Saint-Tropez, по типу там, возможно, каких-то прочих проектов, по типу там еще каких-нибудь проектов, серверов и всего-всего прочего, но по итогу оно все вышло, и, разумеется, как-то особо сильно вот этих вот всех надежд, ожиданий не оправдала. Но вот до этого, до того, как вышел весь этот Arizona Mobile официально в открытое бета-тестирование, где вы там можете зайти, там начать играть, рассказывать о каких-то минусах, о каких-то недочетах, о каких-то багах, и все это будут фиксить. До всего этого, как вы можете помнить, если следили за моим каналом, если следили за какими-то прочими каналами, по всем вот этим вот, знаете ли, мобилкам, по всем вот этим вот, знаете, мобильным серверам, и вот по всем прочим фронтам, по которым только можно пройти, ну, неважно. В общем-то, был слив, который, разумеется, поднял, ну, такую, знаете, обсуждаемость, возможно, Arizona Mobile, и выход стали ждать еще больше, то есть чуваки заходили, чуваки все это скачивали и думали, типа, ну вот если оно вот так вот лагает, но при этом уже дает возможность зайти, то что будет, когда вот этот вот весь Arizona Mobile, он уже выйдет официально? Что будет, что мы вообще сможем от всего этого получить? И, разумеется, интерес у всех вот этих вот игроков, у всех вот этих вот людей и у прочих человеков, он развивался намного больше, чем если бы слива всего этого не было. И эту фишку, ну не мудрено, решили подрезать, видимо, другие люди, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Я давно слышу о таком проекте, как Mordor Roleplay. Вообще, блять, такое название, аж пиздец, мне больно его произносить. А людям, которые смотрят мои видеоролики, наверное, больно от меня нечто подобное слушать. Mordor Roleplay, блять, сколько там еще может быть букв R, блять, чтоб я вообще охуел и такой типа Mordor... Да, вот что-то наподобие того. Но, вы знаете, есть другая сторона медали. Сегодня, когда я зашел в свой один из самых любимейших, фаворитных и всех избранных журналов по мобильному GTA Sampo, он вообще на самом деле такой единственный, если быть точным, Life Mobile, я увидел, что у них вышла такая, знаете, новость о том, что в сеть утек новый лаунчер Mordor Roleplay. В лаунчере был обновлен дизайн, а также добавлен раздел Fuck You. Fuck, я не знаю, что-то наподобие того. В новом разделе есть вся необходимая информация, как для начинающего игрока, так и для опытного. Например, ролеплей термины, ID машин и скинов. Правда, непонятно, кому это может понадобиться, если только там не каким-нибудь админом на этом самом проекте, но я думаю, что у них и так есть все эти, я не знаю, возможности загуглить, там свернуться на какой-то браузер, на все прочее. Да и вообще в клиенте это не особо нормально. Но вот слили и слили, казалось бы, но кто может слить этот самый проект? Ну типа, ну серьезно, блять, я понимаю, Arizona Mobile, когда все ждут, когда все как-то вот это вот все рыскают, смотрят, хотят найти, хотят уже понять, ну что же там такое на самом деле это происходит. И вот получается, что действительно кто-то может слить Mordor Roleplay. Либо же, если быть немного не таким наивным, не там наподобие Владислава Павлова или там каких-то прочих GTA Samp ютуберов, если мы будем не такими наивными, то сможем понять, что, ну или сможем хотя бы догадаться, ну или сможем хотя бы предположить, что Mordor Roleplay, вот эти вот все создатели, которых никто не знает, кто вообще создатель Mordor Roleplay, кто-то из вас вообще знает, кто создатель Saint-Tropez Roleplay, мне кажется, что уже у этих всех мобильных проектов, у них есть какая-то своя мафия, которая создает эти проекты, и таким
образом захватывают умы малолетних детей, людей, как дети могут быть немалолетние, неважно. И сейчас вот вообще, ну как? Вот если чисто вот даже так подумать, откуда, где, как? То есть если в случае с Arizona Mobile все это объяснялось, что вот данный клиент, данное вот это вот все, оно слилось через какую-то там утечку в сайте, что вот можно было все это найти, что можно было все это скачать и вроде как все это можно было посмотреть, то что тут-то? В самом деле, что тут? Я не понимаю вот этого вот всего. То, откуда? То есть при том, что это все постится в Life Mobile, в каких-то других новостных изданиях, я ничего подобного не видел. И тут я могу предположить только одно, что Mordor Roleplay перед выпуском, возможно, какого-то своего нового обновления или там еще чего-то, решили немножко поднять свою обсуждаемость и вот таким вот образом, мол, слив, слив, не слив. То есть даже то, как это все написано, в сеть утек новый лаунчер Mordor Roleplay. Как он мог утечь? Откуда он мог утечь? Mordor Roleplay — это что, это настолько пиздатый проект, что там, я не знаю, сидят хакеры, там, Пентагон, Анонимус, там, я не знаю, все прочие чуваки такие думают, ой, а как бы нам взломать вот этот вот мобильный GTA-самповский проект на Android, да, для того, чтобы детям было где поиграть, что-то наподобие того, я не знаю. Но я думаю, что все сюда пришли не за тем, чтобы послушать какие-то мои обсуждения того, что вот Mordor или Play слили, или там не слили, или там можно я подсяду, привет, и вот все-все-все прочее. Нет, я думаю, что вы все пришли сюда не за этим, вы все сюда пришли, возможно, все, возможно, не все, для того, чтобы скачать весь этот Mordor Roleplay, лаунчер, клиент и все прочее. И тут нам на помощь приходит, как это обычно и бывает, как это обычно и происходит, мой телеграм-канал, на который вы можете подписаться по ссылочке в описании. Там же после выхода данного видеоролика появится ссылка на скачивание всего этого, я не знаю, Mordor Roleplay. Все это появится, как вы можете понять, не лично от меня. Я перешлю всю эту новость, весь этот клиент, все вот эти вот прочие вещи от телеграм-канала Life Mobile, Live гейминга, лайфсампа и вот всех остальных вещей. И если что-то случится с вашим телефоном, я вас ни к чему не призываю, не скачивать, не устанавливать, но если вы скачали, установили и что-то там случилось, там у вас украли пароль, данные ваши интимные, возможно, какие-то фотографии, там фотографии с отпуска вашей семьи, то все претензии, разумеется, к Life Mobile. А вообще, то есть не заходите, не делайте это, все вот представлено в рамках ознакомления, и вообще сливы это плохо, а большевичку слили, мы все сожалеем, нам всем немного неприятно, но в целом всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Увидимся тут же завтра в 20:00, если я не опоздаю, а я, как вы можете понять, достаточно часто опаздываю, поэтому что-то вам пообещать я не могу. Вполне возможно, что мы встретимся пораньше, вполне возможно, мы встретимся немного попозже. Я, если честно, вот все это знать не могу, когда мы встретимся, но когда мы встретимся, ебать, ты отсосешь! Ну, вы сами должны все это понимать. Вот, поэтому смотрите предыдущие видеоролики, ставьте лайк, дизлайк, заходите в мой телеграм-канал, я снимал на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все остальные вещи, которые могут быть вам полезны, которые вам понадобятся и которые, безусловно, нужно установить. Вся эта информация находится в моем телеграм-канале, туда заходите, там все вещи, а также подписывайтесь, отписывайтесь и делайте перезаклады. А всем пока!